Ну, если только там в транспортной компании когда-нибудь что-нибудь. Это давно было, да, как я понимаю? Ну, в транспортной компании я сегодня был. Сегодня я не передавал. Фиксирую информацию. На данный момент, Александр, так как вся информация о вас как клиенте нашего банка была заблокирована по факту мошенничества, будет составлять заявку в финансовый отдел в голосовом порядке. Расскажите мне, пожалуйста, Александр, по последним вашим действиям можете меня сориентировать? Сегодня, вчера были какие-то оплаты, списания, переводы с вашей стороны? Подождите, это Сбербанк, да? Да, все верно. По дебетовой карте. По дебетовой карте сегодня... Да, были. На заправке сегодня заправлялся. На заправке сегодня заправлялись. Фиксирую. Заправка зафиксировал. Подскажите, пожалуйста, приблизительный баланс после заправки до мошеннических действий, то есть до моего звонка, вы фиксировали свой? Да я каждый день его смотрю. Я понял. Сориентируйте меня по дебетовой карте ваш приблизительный баланс. Но не точный. 27 тысяч. Фиксирую информацию. Кредитная карта нашего банка присутствует у вас? Нет. Фиксирую. Подскажите, пожалуйста, вклады, счета, депозиты, валютные карты, зарплатных клиентов являетесь нашего банка? Нет. Зафиксировал данную информацию. Александр, на данном этапе мне нужно уточнить последнее, чтобы я заполнил заявку. Мне нужно банки-партнеры нашего банка у вас присутствуют, дабы я отправил заявку туда, что по вашим картам идут мошеннические действия. А я не знаю, какие банки-партнеры у вас? ВТБ, Альфа-банк, Тинькофф, Райффайзен, ну и так далее. Я туда подаю обычную, либо экстренную заявку. Да, подавайте обычную. Куда? Ну, в Сбер, у меня больше других-то нету. У вас только Сбербанк, я фиксирую информацию. Смотрите, на данном этапе... Александр, мне нужно будет вас передать старшему специалисту, так как я вижу, что у вас потребительский кредит был оформлен. На данном этапе нужно будет не переживать, слушать компетентного человека, то есть старшего специалиста. Он вам Я понял. Подождите, потребительский кредит когда был оформлен? Смотрите, сегодня 15 минут назад пытались оформить на вас потребительский кредит. Дальше уже, честно сказать, у меня информация не отображается, она у старшего специалиста. Я уже отправил в течение минуты он к вам подключится. Да, хорошо, вам ладно. Главное ожидать на линии. Я вам направлю смс-уведомление с номера 900 сейчас. Чтобы вы пришли в наше отделение и перевыпустили свою карту. Завтра, после работы со старшим специалистом. Сейчас на данный момент одну минуту я вам отправлю, удостоверюсь, что вам код пришел и переключу вас на старшего специалиста. Да. Александр, на данный момент отправляю вам уведомление уже. Угу. СМС-уведомление я вам уже отправил, оно вам сейчас поступит. Там будет указан пятизначный код. Код регистрации в гостевой зоне для юридических лиц. Вы на данный момент являетесь физлицом нашего банка, но так как по вашим картам происходят мошеннические действия, вы как физлицо пройдете как VIP-клиент. Это бесплатная услуга от нашего банка для тех, кто пострадал. На данном этапе 5 цифр на этом коде вы запомните, либо оставьте у себя в телефоне. Покажите любому менеджеру в отделении банка для перевыпуска своей карты. Вас пропустят без очереди и перевыпустят вам карту. Уже послезавтра у вас будет новая карта. То есть реквизиты у вас будут те же, но кодовое слово и пин-код вам нужно будет поменять. На данном этапе, Александр, ко мне как к вашему специалисту. У вас еще остались вопросы, подскажите. К вам больше у меня нет. У меня и не было к вам вопросов, и сейчас нету. Фиксирую, Александр. Хорошо, приятно было вам помочь. Оставайтесь на линии. В течение минуты подключится старший специалист. Ожидаю.
хозяйственное почем. Только сейчас так и не знаешь, почем хозяйственное, а почем в жопу себе засунуть. Вот и так его спроси серьезно, а мы его не знаешь, почему у вас на Украине хозяйственное. Александр, здравствуйте. Добрый вечер уже. Отдел кредитования, меня зовут Владислав. Я с вами связался по запросу на потребительский кредит. Сформирован был на сумму в размере 200 тысяч рублей. От отдела безопасности нашего банка поступила информация, что сегодняшним днем у вас был зафиксирован код в услуге онлайн-банкинга, нетипичного для вас региона использования. Сориентировать можете меня? Вы сегодняшним днем запрос подавали на потребительский кредит? На потребительский кредит я ничего не подавал. А какой регион несвойственный? Зарегистрирован был регион Воронеж при подаче запроса и при входе в онлайн-кабинет. Понятно. И как это? Вы в городе Либерцы сейчас находитесь, правильно? Я в Москве сейчас нахожусь. Последняя операция у меня указана, город Либерцы. Я через них проезжал в Москву. На заправке заправлялся в Люберцах. И дальше поехал в Москву. Я не вижу операцию на заправке в городе Люберцы. Да? А почему? Я в Люберцах заправлялся как раз 16:30 примерно. Должна быть у вас отсвечивать информация по Люберцам, по заправке. Заправка Neotech называется. Вы, к сожалению, мне некорректную информацию предоставляете. Как-то некорректную. Я на этой заправке был 16:30. Это вы, наверное, мне некорректную информацию по поводу кредита предоставляете. И по городу Воронежу. Я вам предоставляю информацию, которая мне отображается в системе. У вас была заявка на потребительский кредит. Угу. И адрес указан на города Воронеж. Понятно. В Воронеже я сегодня не был. В Люберцах был. Я же сказал, я сейчас в городе Москва нахожусь. Через Люберцы проезжал сегодня. Адрес точно можете указать? Адрес чего? Адрес, по которому вы находитесь сейчас в городе Москва. А зачем? Вы ко мне в гости хотите приехать? Я передам эту информацию в технический отдел, они проведут сверху через мобильное приложение Сбербанк Онлайн. Вы некорректно указываете. Вы меня по телефону отслеживаете, что ли? Где я нахожусь? В случае необходимости мы это можем делать. Угу. Здорово. Ладно. Что дальше-то? О чем мы говорили-то? Про кредит. Кредит я не оформлял. Не подавал заявку. А вы сейчас находитесь в городе Москва или в городе Люберцы? Ну это как-то влияет на наш разговор. Это влияет на наш с вами разговор. Каким образом? И необходимо понимать, где вы сейчас находитесь, в каком городе. Потому что операция у вас производится в разных регионах, и необходимо понимать, какие операции являются вашими. Волгоградский проспект, 37, Москва. Одну минуту. Возле Макдональдса, правильно? Да, да, правильно. Но здесь нет Макдональдса. А вы-то где находитесь? Я нахожусь на Вилова 19, город Москва. Да ладно. Головная Сбербанка. Судя по вашему говору, вы где-то на Украине находитесь. Вавилова 19. Я прошу прощения, заведите, пожалуйста, номер, с которого я вам сейчас звоню, в вашем договоре. То есть я страница пункт 5, пометка особые условия. И что там написано? Там указан номер, с которого я вам сейчас звонок направляю. О, ну ладно. Вы договор имеете при себе? Можете заверить линию? Конечно, нету. Где же я его могу иметь, если он договор у меня в коробке лежит на другой квартире?
Бросил трубку. Он понял. Вафля, блядь. Жалко, промыл ты не ставил.